Рустамовна Галина, прежде всего разрешите обратиться к вам. Огромное вам спасибо от всей нашей семьи WorldSkills. Наша победа, ваше внимание, ваши интересы поддельные, ваше наставничество. Спасибо огромное вам и вашей команде. Дорогие друзья, победа сборной России на мировой арене WorldSkills – это результат работы огромной команды WorldSkills, агентства, экспертов, тренеров, сотрудников якорных предприятий и неистекаемая воля к победе, труд, упорство молодых профессионалов, присутствующих в этом зале. Победа наших конкурсантов – это показатель того, что система подготовки профессионалов работает, что траектория развития тренерского процесса выстроена правильно. В компетенции мобильная робототехника Дюбанову Владиславу Дмитриевичу. Победителю в компетенции электроника Ипатову Александру Игоревичу. Победителю в компетенции предпринимательства Камратовой Евгении Александровне.